И Нейнгалан, еще одна попытка. Раджа Нейнгалан. 1-0, 18-я минута матча. Раджа Нейнгалан. Недавно он говорил, что, ну, комментируя различные слухи, в той же истории, это как девушка, которая просто вот, ну, не в твоем вкусе. Ну и сейчас вы знаете о том, что Челси его очень сильно хочет, и вы видите, почему Челси его хочет. Потому что он умеет срывать атаки соперников, умеет забивать...